Известное в Южной Корее приложение для торговли ценными бумагами расширило свои функции. У пользователей KakaoStock появилась возможность торговли криптовалютами биткоин и эфириум. Как сообщает ресурс NewsBTC, торги будут проводиться через базу мобильного приложения KakaoTalk. Приложение было создано в 2014 году финтех-компанией Dunamo Inc. И сейчас количество активных пользователей платформы превышает 300 тысяч в месяц. С момента своего старта приложение было скачано 1,6 миллиона раз, а средняя сумма ежемесячно проводимых через него сделок превышает 1 миллиард долларов. Приложение показывает не только цены на акции в режиме реального времени, но и позволяет торговать без дополнительных комиссий.